Технический арсенал противопожарных подразделений Министерства ГО ЧС Приморского края пополнился крупной партией квадрокоптеров и раций. В общей сложности приморские спасатели получили 50 дронов с тепловизорами и 200 радиостанций. Мы с вами прошли сложный весенний период, конец зимы, начало весны. Увидели, что взаимодействие между группами, которые находятся в лесу на тушение пожарами, группами, которые сверху наблюдают и руководят действиями, скажем, этих подразделений, позволяет своевременно реагировать, укорачивать путь непосредственно к месту возникновения очага пожара. По словам самих пожарных, практика показывает, что такие средства в разы повышают скорость реагирования во время чрезвычайных ситуаций, улучшают взаимодействие между оперативными подразделениями. Артем Белов, Елизавета Драгомирова, новости на Восьмом.